сейчас находимся на рейсе 149 Санкт-Петербург-Кемерово. В данный момент случилась ситуация, что мы не можем долететь до Кемерово. В связи с погодными условиями нас высадили в Новосибирске. Мы ждали несколько часов в аэропорту. Нас посадили снова в самолет. И через 15 минут сказали: выходите, экипаж устал, ему надо отдыхать. Естественно, весь народ сбунтовался, часть народа вышла, но основная масса стоит в самолете, вызвали полицию и сейчас пытаются нам что-то заяснить. Представителя авиакомпании нет, как будут развиваться события, я не знаю дальше, но мы сидим, ждем. Хотите работу в Сибири, выбирать какую-то другую компанию? Наша авиакомпания борется за безопасность полета. Наше рабочее время вышло, наш полет небезопасен. Почему вы не даете нам багажник? Вы не бежите на ящике. Я тоже хочу домой, у меня семья, двое детей. У нас нет денег на обратную дорогу, вы нам заплатите. Вы не выполнили свою работу, как у вас может выйти? Хорошо. Тогда вот мы зачем сюда запустили? Я вам еще раз говорю. Вы нас кричали, давай быстрее загружайте. Да. Погодные условия аэропорта Кемерово меняются очень быстро. Вы можете выйти? Погодные условия аэропорта меняются очень быстро. Мы принимали решение в кратчайшие сроки. Но так как аэропорт не выдал... Пропустите, пожалуйста, женщину. Она юрист. Расчета. Без расчета мы лететь не можем. Самолет не может лететь без расчета. Понятно, какая ситуация произошла. Проезда города Кемерово. Упросить по поводу Кемерово, чтобы она стала лучше. Мы не можем. Все. Правда.